Друзья, крайний участник у нас сейчас на льду, Владислав Сизганов из Санкт-Петербурга. Также под руководством Рукавицына он тренируется и выступает. Смотрим еще одну короткую программу, и на сегодня с фигурным катанием будет покончено. В прошлом году на чемпионате России был 11-м. Катается под Чайковского. Не успел все доделать, но близок был к этому. Очень подходит это музыкальное произведение под стиль катания Владислава Сизганова. Ну или, может быть, наоборот, правильнее будет сказать, что Владислав Сизганов катается очень в стиле того музыкального произведения, которое он выбрал для своей короткой программы. Как бы там ни было, в этом классическом стиле, по-моему, очень неплохо он выглядел. Ничего-ничего, говорит ему его тренер Рукавицын. Ну, тройной аксель с легким недокрутом. Тройной луц и только двойной тулуп выдохнул так, когда прыгнул этот двойной тулуп возмущенно. Владислав наверняка хотелось все-таки отпрыгать. 3-3. Не получилось. Дорожка шагов такая размашистая, прямо как музыка Петра Ильича. Поэтому все как надо. Только вот не хватило немножко одного оборота для того, чтобы эта программа, может быть, получила бы на 5 баллов больше. А сейчас 5 баллов, конечно, ему очень серьезную
роль сыграют в его программе. Лучший свой результат, 174 балла, он заработал на финале Кубка России прошлогоднем. Это, пожалуй, было его лучшее выступление. Пятое место он тогда занял. Ну, здесь трудно, исполняя 3-2, войти в десятку. Но попробовать можно. Посмотрим. Еще последнее вращение недоделанное. 28-31. Это мало. О, 7-74. Да. 56-05. Все-таки он 15-й. В десятку не вошел. Таким образом...